Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня новинка, без вложений совершенно. Новый проект, где мы будем зарабатывать USD на полном пассиве. Называется UBOM или UBOM, как-то так. Значит, ну здесь главная страничка, идет реферальная программа пятиуровневая по 5%. Ну, тут статистика, здесь все это можно перевести, как бы, и прочесть. Регистрация здесь, регистр. Здесь очень простая. Значит, что? Вводите сюда username, email, здесь будет ваш пригласитель, пароль, нажимаете регистр. После чего вам на почту придет письмо, нужно подтвердить письмо. Пройти по ссылочке и подтвердить. Вход по имейлу и паролю. Я же зайду в кабинет. Сайт немножечко подвисает. Еще он только что запустился. Идет бета-версия, как бы, еще будут техработы. И мы регистрируемся самые первые. Сайт зарубежный и многообещающий. Как бы интерфейс сделан все качественно. Значит, это наша домашняя страничка и наша статистика. Вот у меня уже как бы я заработана. Сегодня сайт как бы немножечко тоже подвисал. Можно перевести на русский язык. И что у нас здесь? Это наш основной баланс на вывод. Так, это объем инвестиций, здесь можно инвестировать, но, как я сказала, мы работаем без вложений. Так, всего вывод средств здесь будет отображаться. Ну и тут рекламная комиссия. Ну, в общем, нас интересует вот этот баланс. Так, далее что? Здесь что я заработала? Вот наша статистика, как бы. Далее, здесь лучшие пользователи объявления, кто сколько тут имя пользователя, просмотров, а здесь комиссия пользователя. Так, тоже статистика как бы идет. Далее, на чем мы будем здесь зарабатывать? Обмен трафика. Вот здесь вот шапка и сверху шапка. Так, обмен трафика нажимаем. Чтобы нам здесь зарабатывать, нам нужно разрешить всплывающие окна. Я как на Яндексе нажимаю настройки. В Гугле то же самое. Так, настройки. Что тут? Я ищу. Так. Сейчас, так, список. Так, так. Найти бы мне это все, не запутаться. Я так. Сейчас. Вот, нажимаю расширенные настройки. Ну, в Гугле то же самое, нажимать расширенные настройки. Далее ищем. Так, мы ищем. Что? Сейчас. Сейчас покажу. Мы ищем. Знаете, что надо найти? Разрешить всплывающие окна. Так. Что-то мне я запуталась. Так. Ага, вот всплывающие окна. Видите, здесь запрещены. У меня были, я поставила галочку разрешить, чтобы просматривать как бы рекламку нашу. Возвращаюсь. И это наш бесплатный способ заработка. Нажимаем. И вот здесь тоже наш отображается баланс. Значит, вот здесь старт. И все. Вот видите, пошли проценты. Все, вот это вот рекламка. Видите, перебросила на страничку. Можно ее закрыть. И давайте, пока у меня все это работает, заметим, у меня 0.02.
пусть пока вот она работает. На сайте находиться не обязательно. Значит, далее. Веб-сайт – это рекламировать свои проекты. Далее вкладочка «Реферал». Здесь будет находиться наша партнерская ссылочка. Значит, комиссион. Так, баланс history. Вот здесь наш отображается. Мы собираем здесь, зарабатываем в долларах, а выплачиваем, вывод делаем в биткоин сатошах и в эфире, интериум. Значит, вот я уже поздно, очень поздно вчера зашла сюда, вот за 23 число. Здесь вот стоит 23.04, все. Вот у меня тут как бы шел такой вот баланс, я его проверяла. И вот 24 уже вот у меня пошло. Как бы тоже. Так, баланс history, депозит нам не надо. Виндраф нас интересует. Значит, и что здесь, как бы, виндраф. Значит, сюда наша будет отображаться сумма. Здесь что мы будем? Bitcoin Ethereum, как я сказала. Сюда прописываем сумму. Минимум на вывод $10. От $10 здесь. Но это я... Так, сюда сумму. А это, я как полагаю, наверное, возможно, комиссию будут... А, это... Даже не знаю, что это будет означать. Ну, аналог. Ну, возможно, это будет сумма в USD, а здесь в криптовалюте. Сюда прописываем адрес и нажимаем вывод. Так. Так, инвестмент нам не надо. Так, суппорт. Почему сайт качественный? Здесь, во-первых, есть двухфакторная защита. Это уже хороший плюс, показатель, как бы, этого проекта, так? Значит, ну, суппорт здесь можно как бы тоже переведем. Тема сообщения, электронный адрес и краткое описание, что нас интересует, отправить сообщение. Так, и вот настройки. Поменять пароль и как бы двухфакторную защиту установить. Возвращаюсь я в обмен трафика, тормознулась. Моя, вот видите, не работает. Нажимаю старт. Давайте я поставлю немножечко на паузу, на несколько минут, а потом продолжу. Вот у меня 0.02. Так, ну что, давайте я нажму стоп и перезагружу страничку. Нажимаю перезагрузить. Так, нажму дашборд. Как я уже сказала, сайт немножечко сыроват. И вот все, что я сегодня просматривала, у меня было 0.01 и стало 0.25. Но баланс не изменился у меня как бы. Это потом он все как бы вот... Так, баланс history, это все отобразится. Как бы... Потому что не было, я сегодня пробовала просматривать, смотрю, начислений почему-то нет. Все это будет, они начисляют, как бы, все, что я сегодня просмотрела, как бы, пробовала, все идет, оказывается. Так что, а я выключила, тоже вот немножечко сглупила, скажем так. Но такой вот проект, кому интересно... Присоединяемся, вот баланс был, смотрите, вот 0.25, вот 0.26. Видите, стал дашборд. Сейчас иду, вот немножечко подвисает. Вот, как я уже говорю, в интернете может не заработать только ленивый. Мне мой компьютер, у меня два компьютера моих, приносит, как бы работает на меня. Мне вот здесь вот баннеры показывают, расширения показывают, плюс у меня глобус работает. Ну, здесь тоже всплывающие окна будут работать теперь.
Вот. Кому интересно, друзья, присоединяемся, будем протестировать проект. Я думаю, он будет платить. И мы на самом, как бы, старте зашли сюда. Вот уже пошли, как бы, блогеры делать видеообзоры по этому проекту. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Продолжение, естественно, будет следовать. Буду продолжать мониторить этот проект. До новых встреч!